Перебирая документы в архивах памяти моей, я вижу лучшие фрагменты из замечательных людей. И будто годы не помеха, но я давно не видел их. Кто потерялся, кто уехал, кого-то вовсе нет в живых. Мы под гитару пели песни, мешали водку и портвейн, и жить нам было интереснее, мы были лучше и добрее. Да и страна была другая, и вдруг я понял, черт возьми, что были мы, того не зная, тогда свободными людьми, свободными от интернета, от СМИ, от банков, от реклам, от их навязчивых советов купить у них ненужный хлам. Нам не навязывали веру, конфессии разные голоса, и не кривлялась под фанеру с экранов пошлая попса. Пусть не хватало ананасов, омаров, устриц и сыров, но колбаса была из мяса, а молоко из-под коров. И жить нам было веселее, и все нам было по плечу. А может, это я старею и из-за этого ворчу? А может, я и в самом деле живу в каком-то странном сне? Но почему-то я уверен, что дело вовсе не во мне. Мы стали слишком равнодушны, замкнувшись в каменные дома. Мы потребительски послушны, забыв о собственных мечтах. Мы поселились в интернете, и там инкогнито живем. А если вдруг случайно встретим, друзей в лицо не узнаем. И все быстрее проходят годы. Кто растолстел, то облысел. Нам не хватает той свободы, что каждый некогда имел. Нам не хватает тесных кухонь, где так умели мы дружить. Теперь набить важнее брюха или айфон себе купить. Нам всем приходится меняться, и мы себя не узнаем. Мы научились притворяться, что мы по-прежнему живем.